Гравий – рыхлая крупнообломочная осадочная горная порода, сложенная окатанными обломками пород, образовавшихся в результате естественного разрушения твердых горных пород. В зависимости от преобладающих размеров обломков гравий подразделяют на крупный, средний и мелкий. В промежутках между гравийными обломками может присутствовать мелкообломочный материал, генетические типы гравия – горный, речной, морской, озерный, ледниковый. Горный гравий имеет шероховатую поверхность и содержит обычно примеси песка, глины и органических веществ. Речной и морской гравий чище горного, но его зерна имеют гладкую поверхность, что ухудшает сцепление с цементно-писанным раствором в бетоне. А согласно словарю архитектурно-строительных терминов, гравий – это природный или искусственный материал, представляющий собой окатанные зерна размером а до и гладкую поверхность, окатанные обломки горных пород крупностью от 1 до 10 до 20 мм, реже до 50 мм.